Севастополь закупит средства для борьбы с коронавирусом на 92 миллиона рублей. Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя во вторник. Данную сумму перераспределят в рамках городского бюджета. Пульсоксиметры, экспресс-тесты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара, на региональные выплаты персоналу, проведение лабораторной диагностики на COVID-2019. Еще 4,5 миллиона рублей направлено на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. В связи с увеличением потребностей в лекарственном обеспечении в амбулаторных условиях, что требует перераспределения бюджетных ассигнований в размере 4,5 миллиона рублей. Поправки включили в госпрограмму развития здравоохранения Севастополя. В документе также предусмотрены еще 14 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации на оплату медицинской помощи за борьбу с COVID и 63 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медперсоналу. Таким образом, общая перераспределенная сумма, направленная на борьбу с инфекцией, составляет 173,5 миллиона рублей.